Ты мне доверяешь? Конечно, Володь. Тогда я хочу тебе подобрать новый образ. Но я хочу делать из тебя бандал, конфетку, пушку. Но мне надо будет тебе подобрать образ. Я надеюсь, это не розовая пачка, нет? С плантами. Не переживай. Пой. Девчонки, нам надо посоветоваться. Тут-то я! Ну-ка. Подожди, я же тоже тут каждый день образы подбираю. Давай проверим, чей будет круче. А давай! Мам, а ты знала, что это магазин одежды для девушек с размером плюс-сайз? Да ладно, не переживай! Здесь найдутся любые образы даже для девушек с твоей фигурой. Знаешь? Как вы думаете, чей образ победит? Вова? Или Валя?